Всем привет! А у нас начинается новая эпопея с матрасом. Первые проблемы у нас. Покупали матрас 1,5 года, когда вернулись из России. Мы покупали очень-очень мягкий матрасик. Мне хотелось, чтобы я спала как на облачке. Но ошибка была в том, что такие матрасы очень опасно покупать, и они очень продавливаются. Сразу видно вообще невооруженным глазом, что видно два пролежня, да, как мы называем это, taco shell. То есть получается между нами вот такая гора, и так вот продавливается он. Конечно, это все влияет на спину, на здоровье спины, и мы очень расстроились, потому что он стоил около 2000, и мы не знали, что у нас есть protection plan. То есть мы даже забыли, что мы, оказывается, брали гарантию на 10 лет. Все у нас это было включено. И что мы сделали? Мы приехали снова в Мейсис. Мы попросили посмотреть нашу информацию, наши права, наши гарантии, на что мы имеем право и так далее, и так далее. И, в общем, сегодня у нас была экспертиза. Нам сказали позвонить по адресу, и приедет экспертиза. Мы имеем право вообще на замену матраса, и теперь мы выбираем новый матрас. Мы едем выбирать новый матрас, и его заберут. Сразу мы выберем новый матрас, и когда его будут привозить, заберут вот этот. Это просто чудеса. Мы не знали, мы даже не представляли на самом деле, что это так возможно. Вот обожаю эту страну за вот этот вот customer service. И теперь мы едем в Мейсис, в отдел продаж матрасов. Мы будем искать того же самого парня, того же самого продавца, Эрик. И мы будем покупать новый матрас с ним. Матрас у нас был компании... Сейчас скажу, где же он у нас? Сили. Сейчас попробую поднять. Вот такой матрас мы взяли. И этот матрас, эта фирма, и больше мы не берем. Он нам сказал, мы будем выбирать другую фирму. Так что поехали, посмотрим, что из этого получится. Вот мы приехали в Мейсис, в галерею этой мебели, Furniture Gallery, и сейчас посмотрим, какие у нас опции, какие у нас возможности. Поехали! Вот такая тут красота. Сейчас мы будем искать этого Эрика. Кажется, где-то он там. Очень красивая такая лампа. Мы сейчас пойдем сразу в отдел матрасов. О, я его вижу уже. Я уже его вижу, этого парня, этого мужика. Ну, классный. Пойдем мы выбирать, пойдем мы с ним разговаривать. Интересная, кстати, инсталляция такая с нитками. Интересно, вам нравится такое? Напишите в комментариях. И Лейк Тахо нитками. Почему Лейк Тахо, если мы в Сакраменто? Тут что, все люди от Тахо тащатся, потому что это поближе? Странно. А почему не Невада? Почему не Сан-Франциско? Почему не Сакраменто? Ну, потому что, может, букв меньше. Вот ковры какие тут. Мне такие точно не нравятся. А пойдем посмотрим, сколько он стоит. Так. А стоит он 2500. Персидский. И ты ко мне прибежал? Ты ко мне прибежал выбирать ковер? Пойдем еще посмотрим. Ну, это в стиле дорого-богато, но мне такое точно не нравится. Давай, спускайся. Мне нравятся вот такие вот ковры. Кстати, я думала, это плитка. Классно. Я думала, это плитка, но оказывается, это ковер. Посмотрите, он такими ворсинками интересными. Как из коровы, из козла. Ой, это классно. Вот это очень прикольная штука. Есть такой светлый. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 1799. А из чего он сделан? Индия. Natural cowhide. Коров, ну, корова, да.
Интересно, хотел коллекшн. О, ну да, хотел коллекшн, он всегда такой очень современный и очень необычный. Я бы такой взяла. Очень прикольно. И ты тут носишься, да? Ну вот, ничего такой. Но от этого я в восторге вообще. Пока ждем, Максюха тут распрямляется. Да. Да? Давай, покажи, как ты тут развлекаешься. Заняли ребенка. Есть чем заняться в Мэйсисе. Расправлять реклайнер чер. И старшенький сидит, тоже балдеет, балуется. Ой, молодец. Давай, собирай обратно. Очень хорошо, кстати, лежать в таких креслах после операций, когда нужен полный покой, когда сломана нога или операция груди, например, была, то вообще спать нужно только так, только-только на спине. Кстати, да, прикольно. И столик похож на наш, только у нас белый. Интересно. Лежи. Hotel collection. I like this one. You can sleep on the floor. It's the same. Yeah, it's up to you. Roll out a sleeping bag on the floor. There you go. But it's more sturdy, you know? Hey, same, we're Russians. Same spring. So the spring in one is not more or less likely Мне to fail вот than вот the other. Этот, вот You'll notice брать, the quilting queen. On the top, right? This seam tufting is thicker. Вот они, степени комфорта, степени вот этой вот softness. Есть extra firm. Мы сейчас решаем между firm, extra firm. Но до этого у нас был extra plush, ultra plush. Мы думаем, но extra firm это очень-очень-очень твердый. Oh, this is a dream. This is a dream. Oh, this is a dream. Это круто. Вау, нифига себе. Вау, вот это да. Вот это фокус-покус. Вот, смотри, support layer, comfort layer, hybrid technology, spring. Wow. Oh, actually, it's a medium. Ah, да, medium heavy. $4,000 king base requires two bases. Wow. No, I think we should go with the one that we. The first one. А попробуй вот этот. Туда. То же самое. Там. Ну, это прям совсем для больной спины, понимаешь? Это совсем... 200... Вау! Нет, мы должны ждать Black Friday. О, да, это здесь. Это классно. Ты пробовал бед-гир пиллоны? Here. I don't even know what they are. What are you on there? That's a pro high. Do you like that one? Cooling effect. No, I like that one better. Okay, hang on. Подушки будущего. А это soft? Это очень мягкое. Да, они продавались очень классно, Женя. Они суперски продавались. Они у нас вот так вот. I remember we sold them like boom, boom, boom.
Yeah. Except the ones we saw in Bed and Bath. Bamboo bed and bed? Kind of. But they was 28 days. Yeah, make one. I've got one firmer than that too. А, да, правильно лежишь, правильно лежишь. Лежи так. Тебе хорошо? Тебе хорошо? Ты балдеешь? I always have a neck pain. Always. Every morning I have a back. I need something like that. So what's up? What are we doing? Pillows for Black Friday and Christmas, and we will take hotel collection today. Okay. You said queen, right? Yes. Там есть машинки. А где твои машинки? Где ты, забыл? Где машинки твои? Это сюрприз такой! Пошли. В общем, мы решили взять Hotel Collection. Мне очень понравилось. Это прям был первый матрас. Я сразу легла, я сразу влюбилась. Все, берем. Берем. Самый. Прям я очень классно прочувствовала вообще, на самом деле, поддержку поясницы. И вот мы берем вот такой. Поддержка поясницы была вообще очень классная. Я думаю, что поясница моя не будет болеть. Ну, вот и все. Все бумаги на наших руках. Вот и все. И мы все покидаем. Мы все получили. И в следующую среду нам будут уже доставлять новый матрас. Мы взяли Hotel Collection. It was my dream. Я очень рада. Очень классный специалист. Его называют Sleep Specialist. Вот. Как бы специалист сна, получается. Он специалист по матрасам, и он действительно нам помогал выбирать все это по ощущениям и рассказывал, как это выбирается, как это все это делается, и что лучше, и что хуже. Мы очень рады. Все. Будем ждать наш новый матрасик. Потом покажу обязательно. Ну вот и все. Наша доставка сегодня приехала. Мы убираем старый матрас и старую коробочку, вот эту, поддон такой. Сейчас нам привезут наш новый матрас. Все уже доставлено. Вот и все. Понесли. Вот это да. Мы там будем мешаться. Мы будем мешаться. Веселые ребятки принесли нам матрасики. И еще нам принесли вот такой защитный чехол, waterproof. No more. Сказали постирать сначала. Главное, чтобы она не это самое. Ой, бегут, смотри. Бегут. Looks so much better. Bang. Way bigger. I said, oh, that's wow, high. It's higher. It's higher, yeah. Yeah. Max, how are you gonna get? Wow. If you fall. One right here. And oh, my любимый hotel collection. We hope we gave you an outstanding delivery. Cool. Thank you, Austin. All right. Wow. This is really cool. But it's really high. And then that one's right here. Yep. You guys have a wonderful day. Now, do we get a receipt? Email? Email? Yes, okay. Sir. All right, perfect. All right. Cool, thank you so much. Appreciate You're welcome. Все, пошли. Смотри, мои ножки так вот. Ну, высокий, да, он выше. Очень высокий. Да. Очень высокий. Ну, наоборот, хорошо, мне высокий нравится. Мне было тяжело, когда он был высокий, у нас матрас. Мне было тяжело, когда я была беременная. Сейчас мне нормально. Вот так вот выглядит наша новая кровать, наш новый матрас, наша новая постель. Вчера мы съездили и выбрали вот такой вот плед с подушечками. И в комплекте был еще один такой пледик зимний, так скажем. Вот такие вот милые подушечки. Вот эти подушечки с кисточками. В принципе, вот так вот она выглядит, такая средняя классическая американская кровать. Много-много думочек, подушечек. Вот такой вот
такое вот одеяло синтепоновое, то есть это такой как бы плед, ну, как бы и одеяло, и плюс еще такие пледики могут идти в комплекте. Но на самом деле мне очень приятно, что этот комплект выбрал Женя. Он его сам нашел, это очень-очень приятно. Мы остановились на такой вот современной классике. Мы остановились на таком вот минималистичном, наверное, скорее всего, стиле, черный и белый. Мы договорились, что не будет никакого гобелена, никаких птичек, размытых цветочков, знаете, там такой сакуры цветочков, там птичек и так далее. И никакого не будет гобелена, и не будет никаких вот этих вот арабских вот штучек таких дорого-богато, никакого золота. И вот выбрали вот такой простой синтетический наборчик в магазине Bed Bath & Beyond. И в комплекте был еще вот такой плед. Он так электризуется, конечно, ужасно, но на самом деле так, если прилечь, прикимарить на такой дневной сон, в принципе, можно накрыться, если замерзнешь. Вот такие вот подушечки классненькие, такая вот пушистенькая подушечка. Все это вот вышивка. Тут такие стежочки. Мне очень понравился. Он очень классный. А размер нашей кровати Queen. А вот это одеяло мы взяли Call King. То есть то, что матрас очень-очень-очень высокий. Вот, смотрите, матрас вообще очень высокий. И размер, конечно, вот этого одеяла Queen. И вот так вот он у нас торчит. Вот такой вот он маленький. Я так подумала, поразмыслила и предложила ему купить Call King. Или просто King. Вот мы сделали замер и выбрали вот такой вот у нас чудесный комплект. Мне очень нравится, стало очень-очень уютно. Не хотели брать коричневый цвет, потому что мебель белая. Я очень рада, что Женя его выбрал. Вот. Пойдем посмотрим, какие у меня книги. Вчера мы были в книжном магазине, и я купила вот такую интересную книгу про social media, про то, как быть, в общем, независимой и так далее, и идти против навязываний всяких стандартов общества. Интересно, как-то она на меня сама выпала. Вот эту книгу я хотела уже купить, наверное, года два. Она была на большой скидке, по-моему, $9. Я решила ее взять, посмотреть. Я уже все знаю про эту тему, но, может быть, я найду что-то новенькое для себя и почерпну какие-то интересные идеи. Продолжаю читать вот этот маленький журнальчик. Вот, и нашла правила вождения на русском языке. Нужно освежить теорию, прежде чем снова сесть за руль. Обложки уже нету, давно брала. И вот, как парковаться и так далее, все правила на русском языке, их можно взять в местном DMV. Вот, освежу. А, вот, сейчас хотела показать эти дорожные знаки, их всего лишь две странички. Только тупой не может водить, но я вот почему-то до сих пор не могу водить. Меня это, конечно, расстраивает, но нужно просто практику и перебороть свой страх. И вот смотрю, что тут у нас интересного в Сакраменто. Куда-то надо съездить, сходить и погулять с ребенком и всей семьей. Я решила начать читать книги перед сном. Хочу выработать такую привычку, а не читать журнал, и чтобы не было излучения вот этого экрана на глаза, и чтобы я засыпала лучше. И вот нашла такую маленькую свою закладочку из музея. Это Мане. Была выставка Мане, и вот я ее купила. Вот такие вот дела. Вот такое у нас уютное гнездышко. Все, спасибо, что оставались со мной. Спасибо, что увидели все наши приключения. Оставайтесь на нашем канале. Я думаю, что будет интересно. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь с друзьями.